Приветствую вас, друзья. В кои-то веке у меня что-то типа анбоксинга, но это как бы такая немного необходимость. Я не буду никаких интриг устраивать, это пришла точилка. Вот. Но здесь какая особенность? Особенность в том, что эта точилка Лулу китайская, это что-то типа по функционалу очень похоже на Викитэдж. Хотя очень много отличий. По ней очень мало информации в Рунете и в Рутюбе в частности. Если есть, то катастрофически мало. Поэтому вот охота как-то это исправить. И начнем, наверное, с того, что посмотрим на комплектацию. Собственно, поэтому и делаю анбоксинг, потому что там продавец обещал бонусов подложить. И вот интересно, что там именно будет. Сразу скажу, там из брусков должно быть 4 стандартных бруска и один еще алмазный. Вскрываем гриптилен. Ну, у нее какая-то своя коробка, даже фирменная. Я думал, просто будет какая-то картонная коробочка. И похоже, все-таки какие-то бонусы присутствуют. Я тут немного кашлю. Вот. Во-первых, у нас дачка здесь как-то хитро. Да, это что, единственный бонус, что ли? Ладно, сейчас залезем, будем посмотрим. Ну ладно, на халяву люксус сладкий. Вот так она у нас выглядит. Dual Face Angle Variable Sharpener. Такая вот штука. Так. Снизу надписи нет. Ну, смотрим, что у нас внутри. Вообще вещь довольно-таки интересная должна быть. Да, в чем еще как бы очевидный бонус? К ней подходят камни по размеру идентичные камням от Apex. То есть можно использовать. У меня в частности есть несколько камней от Apex, а есть сам Apex. Вот. Вот такая вот штука. Это, как вам сказать, это крепление, на котором крепятся камушки. Бланки там другие, но камни сами такие же. Вот. Их у нас два. И принцип такой, что мы ставим с разных сторон угол и наяриваем камнями. Так, дальше смотрим. Это, понятно, крепление под нож. Здесь жесткое крепление. Вот так оно выглядит. Здесь нужно будет, наверное, что-то подкладывать. Чтоб... Ну, либо сам нож клеивать малярным скотчем. Ну, да, это с апексом это не привыкать. Набор креплений. Ну, здесь что-то еще вывалилось. Так, это, наверное, аккуратненько буду. Так. Меня в первую очередь интересует, на самом деле, абразивы. Все остальное как бы дело наживное. И вот как оно у нас выглядит. Так. Вот это основная база, конструкция. Вот, на ней видно деление с двух сторон. Нож крепится посередине. Крепятся направляющие. На эти направляющие надеваются бланки с брусками. И идет заточка. В чем интерес этой штуки? Чем она, во-первых, отличается от Викитэдж, эту штуку можно наклеить вертикально. Вот, либо наклеить, либо на присоске налепить просто на стекло. Это во-первых. И кто использовал, говорят, что в принципе достаточно хорошо держит. Во-вторых, здесь можно с разных сторон поставить разный угол. Тем самым добиваться такой специфической заточки, которую, например, очень любят японцы на своих японских ножах кухонных. И смотрим, что тут. Ну... Во-первых, вот два абразивчика. Это вот, как я понимаю, алмаз для снятия основного мяса. Бланки здесь проще не придумаешь. Крепятся они на винты. Это у нас кусок кожи. Ну, либо чего-то очень похожего на кожу. Ну и, в принципе, кто использовал для застругивания волосов, вполне ее использовали. Так что вещь не бесполезная. А вот это... Ну, я так понял, как раз вот это есть вот эти основные абразивы, их 4 штучки. Вроде как по описанию
Там то ли рубин, то ли сапфир. Ну что, один хрен, да, практически. То есть, как бы внешне-то это понятно, ни рубин, ни сапфир. Не сапфир. Ага, вот еще здесь что. Вот почему сейчас отрывалось так погано. Видно, вот здесь клейкая основа вот эта. И похоже, можно будет ее же саму использовать для крепления других абразивов. Так, какие у нас абразивы здесь? 240-й, 800-й. Ну вот, если честно, вот даже вот так вот тактильно они получше, чем те, которые идут с китайским Apex'ом. 1500-й и 3000-й. Я так понимаю, во втором комплекте у нас то же самое для второго бланка. Посмотрим. Да, то же самое, поэтому вот здесь видно 800-й. Ну, разматывать не буду, все-таки я попозже займусь. Попробую ее собрать, чего-нибудь на видео заточить и посмотрим, как оно все это выглядит вживую уже. Ну вот, в общем, все, что мог, показал. Вот здесь еще вот такая инструкция есть. Вот. Пока, кстати, инструкция на английском. Вот примерно принцип работы видно. Такие вот дела. Можно использовать один бланк. Можно с двух сторон сразу два бланка использовать, благо их два в комплекте. Вот. Либо можно взять два бланка и наклеить на них разные абразивы, тогда у нас будет комплект из 8 абразивов сразу. Вот такие вот дела. Соберу, попробую на видео заточить и посмотрим, что из этого получится. Спасибо за просмотр, не болейте.